его, он нам нужен. Летим с ветерком. О, моя башка, она трещит. Я ударился об эти камни. Боже мой. А? Дайте. Где это я? Я что, в армейку попал? Добро пожаловать в наш курорт для похудения. Никто не вернется в город, пока он не похудеет и не станет обладателем супергорячего тела. А, вот оно что. Ну, понятно. Что, мне качаться нужно? Ну, я, в принципе-то, не пухлый. У меня даже живота нету, слушайте. Но тут, да, тут, конечно, тут видно, что животик торчит. Ты что, тут обоссался, что ли? Что пытаю мокр-то? Фу, блин, пахнет как не очень приятно, потно. Так, вот животики я вижу, жопка торчит. Но я-то в норме, я вообще формистый такой. Так, по всей видимости, мне придется накачать бицухи. Бицухи, бицепсы, что у нас тут? Вот сюда что-то нужно вставить. Кнопочку давай нажмем, посмотрим, что произойдет. А-а-а, вон оно что. Ты видел, там иголки вытащились. Это похоже на какую-то пытышную, где пытают маленькие тельца. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Ага, это формочки для упекания оранжевых человечков. Тут вот тело. О, чье это тело? Я могу взять тело? И смотри, я взял тело. Так, походу мне это тело нужно поставить вот сюда. По всей видимости. Возможно, я конечно, не знаю. Вот, да, я его сюда поставил. Так, а может быть туда? Ладно, давай, короче. Что-то не то. Как-то не так. А, наверное, тут тело должно, а там голова. Мне нужно найти голову, которую возьмут отсюда. Или подожди. Подожди. А что, если я возьму свою голову? Как ты думаешь? А у меня даже этого нет. Кубика. У меня все отобрали опять. Ёшки-матрешки. Ладно, хорошо, я встану сюда. Не успеваю я встать сюда. Черт подери. Эй, а идея-то была хорошая, да? Ну хотя какая разница, у меня такое же тело, только красное. Хорошо, пойдем другое искать что-нибудь. Так, смотри, а вон там вот что такое. Сколько тут кнопок? Вес должен быть 70, но я вешу 99, и поэтому оно искрится. Тут, оу, понятно. Я смогу здесь пробежать, если мой вес будет меньше 70, а так панельки срабатывают, и я не пробегу. А если я... Подожди, а если я схитрю и буду их перепрыгивать каким-то образом, вот типа вот так вот, а, не, бесполезняк. Ладненько, я сюда еще вернусь, найду новое тело, похудей, и тогда может быть все получится. Пойдем сходим теперь сюда, глянем, что у нас здесь. Какая-то труба, кнопочка, давай нажмем. Может голова выпадет какая-нибудь? О, шарик! Погоди, может быть, подожди, может быть он мне поможет. Вполне вероятно. Так, значит, я встаю сюда, здесь ставлю шарик. И вот сюда встаю. Так. Надеюсь, это будет не больно. Долбанные иголки вонзятся мне сейчас в череп. Ой-ой-ой. А-а-а! Моя башка! Это забавно. Так, кажется, мне поменяли тело. Теперь я оранжевый. Смотри. Это мое тело. Так, я оставлю его здесь. Мало ли, вдруг оно мне еще пригодится. Так, а сколько я теперь вешу? Пойдем. Пойдем проверим. Прыг панели. Это нечто просто. Это гениально. Так я тело еще не менял. Я раньше перекрашивал свое тело, но таким образом тело не менял. Я вешу все равно 99. Ну что это такое? Значит, я здесь не перепрыгну никаким образом. А если я вот так вот по краешку аккуратненько... Не, бесполезняк. Хорошо, пошли искать другое тело. Вот здесь вот еще есть какая-то белая кнопка. Давай нажмем. Ага, еще один шарик. Поднять я его не могу, он ультра тяжелый. Чтобы его поднять, мне нужно накачанное тельце. Ну ладно. Пойдем вернемся в лагерь и нажмем вот на эту кнопку. А, я туда запрыгнуть не смогу. Тогда пойдем в казарму сходим. Может тут что интересно? А, погоди. Стоять! Держись подальше от этого места! Туда могут войти только участники нашей прокачки. А, ну я-то еще не прокачан, понятно. Хорошо, тут у нас что? Ничего. Блин, ну по идее я же оранжевый. Я же участник. Видимо, мне нужно жирное тело. А я могу кого-нибудь взять? Чувак, мне нужно твое тело. Жирненькое. Или может быть, я не знаю, взять охранника как-то утащить и затолкать его вон туда. Хм.
Опа, смотри, тут есть окошечко, можно поглядеть. Есть синее тело, вон худое тело там есть. Оно-то мне и нужно. Мне нужно его как-то достать. Как мне достать? Ну, хорошо, еще. Пойдем сюда, я здесь видел формочки жирненьких чувачков. Я уверен, что я смогу тут найти что-нибудь жирненькое. Нет, тут только нормальненькое. А если нажать сюда... О, жирное тело! Отлично, то, что нужно. Вот с ним-то я смогу туда проникнуть, я надеюсь. Так, вот это красное, надо с ним быть очень аккуратным. Давай я тебя положу вот сюда, к стеночке подопрем. Это шикарнейшее тело, оно сопровождало меня две игры. Так, теперь мне нужен шарик. Ну шо, погнали! Я уже знаю, что это будет чертовски больно, но надеюсь, я смогу это вытерпеть. Сейчас у меня будет жирненькое тело. Ой. Сжали зубы. Господи. На что не пойдешь ради того, чтобы попасть в Оранжбург. Отлично, теперь я пухлый, жирненький. Как я медленно бегаю и потею. О, мой гарбл, с моего лба течет, из подмышек течет, пятки тоже потеют. Но зато я смогу пройти в казарму, да? Я спокойненько захожу, отлично. Так, могу тут покопаться, но ничто, к сожалению, не открывается. Но вот тело я возьму, вот это вот худенькое, господи, в кого я сейчас... Я в какую-то тощую задницу превращусь. У тебя было разрешение на вынос этого прекрасного худого тела, а? Не было, но ты же не против, да, я возьму? Вот так вот, бежим скорее. А, я бежать не могу. Нитро нету. Печальная. Кидаем тело сюда. И... О, господи, снова эта боль. Ау! Зато у меня будет сейчас худенькое тело, и я должен бегать быстренько, шустренько. Так, я снова синенький. О, нифига себе, как я бегаю. Слушай, я спортсмен прям. Обалдеть! Нифига себе, вот эта скорость. Интересно, сколько я теперь вешу? Пойдем-ка взвесимся. Так. Ну тут-то я 100% пробегу. Так, вешу я 66 килограммов. Ну конечно же, я же точненький. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут за матрасы зеленые. Какой-то пластилин. Просто пластилин. Нажмем на кнопочку. Ух ты ж, тело качка. То, что мы искали. Е-е-е. Я хочу это тело надеть. Ну как надеть? Я возьму и просто бошку свою прикреплю сюда. Правда, это скажется на моем здоровье, но ничего. Операция по увеличению бицепсов, трицепсов и моей попенции, и также моего пресса, началось. Так, вырываем бошку. Мне уже не так уж и больно. Проблема вся в том, что я попротыкал свои мозги, и теперь я стал качком, но тупеньким немножечко, потому что дырок в мозгу прибавилось. Так, ну чё, всё, я теперь вообще мощный. У меня гантеля появилась. Так, и что я могу теперь делать? Выше прыгать я не стал. А, мне нужна та огромная сфера. Пошли за ней. Вот она, эта сферка лежит, дожидается меня. Хватаем её, ништяк, силов хватает. Пойдём-ка глянем, сколько она весит. Чертовски любопытно. Кладём почти 500 килограмм. Офигеть. Вот это жестко, конечно. Так, значит, теперь нам нужно... И да, я запрыгнул сюда. Сейчас я положу тут сферку. И давай посмотрим, смогу ли я встать сюда один. Не смогу. Кстати, я вешу до сих пор 99 килограмм, как и в прежнем моем теле. Но я качок! И это круто. Значит, берем сферу, ставим ее сюда, и теперь мы можем со спокойной душой отсюда сваливать. С этой кач-территории. Юху! Возвращаемся обратненько. Вот это я Халк, вот это я красавец, да? Это мощь. Силёхонька, что-то там появилось, гляди-ка. Это же все мое оружие. Капец, ценник заряженный, конский, я бы сказал, это незаконно. Ты опять стащил все мои вещи. Денег нет. Да пошел, я у него ничего не буду покупать за такой конский ценник. Ты прикинь, я у него уже один раз выкупал, а тут сейчас он зарядил, и, короче, пошел, я просто флешку достану. А я, кстати, в Оранжбург смогу попасть, как ты думаешь? Пойдем проверим. Опачки, что это тут произошло? Кольца! Кольца, через которые я пролетел, они обрушились. Тут же спартанец стоял, надеюсь, его не задавило. Спартанец-то где? Куда ты делся? Он, по всей видимости, убежал. Оранжевенькое тело бородатое я тут не вижу. И это хорошо. Так. Теперь мне по всей... А, ну вот, смотри, тут мешочек упал. Мы вернулись в Оранжбург, а вот и спартанец. А там кто? Нифига себе. Ты посмотри на этих скелетонов, ёкарный. А чё их тут так много-то? А? Здорово. Один ужасный человек разблокировал
всех этих скелетонов. Вы не знаете, кто бы это мог быть? Ворота будут открыты, когда все эти скелетоны сдохнут. Мы не можем безопасно здесь находиться. Как можно уничтожить все эти черепа? Ненавижу черепа. Да, чувак, я с тобой полностью солидарен. Как же мне туда проникнуть-то? Мне даже 200 хп у меня есть. Ого, вот это и здоровяк. А чем бы мне их бомбануть-то? А чё тот чувак кричит? Вы можете добраться сюда? Я нашел здесь ваши сапоги. Офигеть. Как мне туда добраться-то? Чёрт поди... А, смотри, если я туда запрыгну... Короче, я понял. Мне придется немножечко попрыгать. Так, значит, спускаемся сюда. Спокойно, спокойно. Как будто кусок мяса увидели. Хотя так оно и есть. Они ж как зомбари. Допрыгнул, отлично. Если я не допрыгну, они меня разорвут в клочья. Это будет очень некруто. Тут у нас что? Какой-то сундук. Сундук, радиус обрушения плюс 50. Это, конечно, очень здорово. Так, возвращаемся обратно. Теперь мне, по всей видимости, надо сюда. Так, хорошо. Очень классно, что тут нет магов. Иначе бы они запуляли меня своими фаерболами. А это не очень круто. Еще один сундучок. Тут у нас радиус обрушения плюс 5. Это очень классно. Ну, а теперь пошли за сапогами. Сейчас мы покажем этим скелетонам. К тому же у меня... О, вот они, ботинки-то. Я думал, они в сундуке. Давай сундук еще откроем. Так, радиус обрушения еще плюс 5 метров. Отлично, спасибо, что сохранил мои башмаки. Идите, размажите этих скелетонов. О, а откуда у вас такое крупное зеленое тело? Чувак, там такая длинная история. Ну чё? Вон в ту кучу сейчас прыгаем. Хия, Халк, круши! Вот это мощь! Вот так вот вам! Сколько скелетонов были... О, ты офигел! Сколько скелетонов было размозжено! Так, вот там еще группка стоит. Ребята, чё у вас тут за точно? А, я застрял! Блин, это было близко. Очень близко. Я думал, что они меня сожрут. Фу. Так, ребят, все сюда. Все сюда, вся тусовочка. Собираемся. Ладно, давайте я поближе к вам прыгну просто, да и все. Вот так вот! Крушить! Крутяк. Все, двери открылись, можно отсюда валить. Фух. Здорово, защитник Рад. Ну, вроде бы глобус на месте. Сейчас мы этих фанатиков проверим, что они там замышляют. Кстати, никого нет, ты посмотри. Пустота. Офигеть, а куда все делись? Что произошло? Кстати, они же хотели информацию... Чего? Пацифик Океан. Офигеть. Они же хотели донести информацию до королевы. Может, у них это получилось? Пойдем-ка проверим. Такая тишина. Офигеть, тут никого нету. Есть кто дома? Ага. Фанатики-то до сих пор тут стоят еще, кстати. Блин! Он реально такой, как мы ожидали. Изогнутый мир. Действительно круглый. Не, чё ты гонишь? Тебе просто кажется, что он круглый, потому что твои глаза круглые. О, правильный подход, молодчина. Вразумел этого чувака. А ты тут чё трёшься? Чё тут происходит у тебя? Куда подевался весь наш персонал? Чувак, я тоже спрашиваю об этом же. Куда все подевались? Ладненько, пойдем, короче, к королеве. Может быть, она нам разъяснит, чё кого. О, а вот и королева. Здравствуйте. Опачки, не понял. А ты чё тут делаешь? Ма, это я. Кланг, это реально ты? Ма, я вернулся. И с чем же ты вернулся? С пустыми руками? Я отправляла тебя туда, чтобы ты победил скелетонов. Бородатая ты башка. Чтобы ты предотвратил уничтожение нашей цивилизации. А ты что сделал? Ну, скелетоны... Мы их победили или нет? Ты даже не сумел добыть какую-нибудь другую экипировку. Что ты вообще делал, Клаус? Вот тебе пример, посмотри на этого чувака. Прости меня, ма. Все, разговор закончен. Я пошла смотреть запуск ракеты. Капец, это был ее сын? Обалдеть. Пойдем в королевство все-таки забежим. Тут королева это стоит. Ладненько, давай забьем на нее и пойдем к ракете. Оу, смотри, сколько там народу. Прям толпень. Что тут происходит, ребята? О, он вернулся, смотрите! Куда смотреть? Бога пацана нет. Или это ты мне так рад? Так, вот этот чувак, это глобус-мейстер, а вот его фанатики тут стоят. А, мне же нужно модуль притащить. Сейчас я все принесу, подождите. Ракета собрана? Нет, она не собрана. Хотя я все запчасти приносил. Странно.
Короче, пойдем за музыкальным модулем. Я знаю, где его достать. Кстати, этот тип-то в тюряге до сих пор сидит. О, до сих пор. Вот пускай там и сидит. Вот он, модуль. Надеюсь, что я его сейчас смогу вытащить. Я же мощный стал. Давай. И раз, два. Отлично. Мы его вытащили. Пойдем отнесем к нашим профессорам. Кстати, мне интересно, я с таким телом смогу влезть в ракету или нет? Ребят, смотрите, что я принес. Сейчас я поставлю. Ох уж эти флешки, вечно у меня тоже эта проблема. Во, наконец-то. Ты сделал это. Этот новый трек должен предотвратить помехи при компиляции ракеты. Ну здорово, то есть получается, что мы теперь сможем спокойно улететь? Подожди, не торопись, подожди-ка 2 минуты, окей? Незнакомец, Хильдегран все-таки согласилась с нашей финальной версией о том, что песочница все-таки круглая. Вот негодяи, они ж теперь сбегут. Так что я предлагаю изучать этот глобус все вместе. Да, хотя строительство церкви было неразумно в нынешних обстоятельствах. Мы потратили слишком много ресурсов и времени на это. А, это она, наверное, про храм колесиков говорит. Ну, в любом случае, мы пошлем вторую ракету сразу за вами, незнакомец. А, первыми лететь цикуете, да? Давайте же спасем людей из этой песочной коробки. И скелетоны больше нам не будут помехой. На самом деле, незнакомец, ваше честное поведение и... в общем, мы запомним вас таким, какой вы есть, и вы войдете в нашу историю Оранжбурга. Безопасность не будет обеспечена, пока мы не уберемся с этого песочного ящика. Да, все эти монстры и воры так достали. Ваше Величество, я вот о чем хотел сказать. Я пытал взломщика, и он сказал, что ни разу не покушался на ваш сейф и ни разу его не взламывал. Но это же бред чистой воды, потому что сейф взломали сразу после того, как незнакомец спугнул взломщика. Как это возможно? Деньги из моего дома пропали тоже. Да, и у меня. Это должно быть... Незнакомец? Ты украл все наши монеты. Это то, что я пытался до вас донести, Ваше Величество. И я хочу знать, сколько он украл у меня. Погодите, что у нас не будет хэппи-энда, что ли? Ах ты засранец, стоять, не двигаться с места, ты арестован вообще. Взять его, остановить прямо сейчас. О, блин, я не могу остановить процедуру запуска. Да сделайте уже что-нибудь наконец-то, остановите его, долбанный злодей.